На шпиль чебоксарского долгостроя отеля «Сувар» залезли так называемые руферы. Видео юные экстремалы выложили в интернет. Чем закончилась история в следующем сюжете. Неизвестно, были ли среди молодых людей кочегары, плотники или монтажники-высотники, но привет с высоты им послать удалось. Судя по видео, к подъему верхолазы подготовились основательно. Верхним этажом здания молодые люди не ограничились. Целью стала самая макушка шпиля, вид, который открылся оттуда, эмоции у зрителей вызвал разные. От восхищения до мурашек по коже. Отнеслись к проделке горожане тоже неоднозначно. Думаю так. Подобные здания все же охранять надо от таких подростков. Если хотят, пусть в горы куда-нибудь идут и там лазят. Многие лазили туда еще давно, года 4 или даже 5 назад. В том числе некоторые фотографы. Сам тоже там бывал. Лазил до самого верху. Видел проектные чертежи и много интересного было там в то время. Ходить там очень опасно, не советую. Насколько я помню, в прошлом году еще территория охранялась. Как сейчас, не знаю. У всех в этой жизни свои высоты. Кто как самоутверждается. Судя по тому, что в конце видео молодые люди сидят в УАЗе, правоохранительные органы идею не оценили.